посылки мой чехол. Всем привет, привет. Вот так сегодняшний день начинается. Нам пришла посылка, чехол, Арин, где для телефона. Но счастье, где ты заказывала с папой? Где ты заказывала? На Алиэкспресс? Нет. Короче, пришел ребенку чехол. Мы приехали на почту. Приехали на почту. Вот так выглядит почта в нашем районе. Вы прямо здесь? Давайте, может, до дома доедем? Нет. Давай тут. Нет. Ну, вы прямо в машине будете открывать? Ой. Нельзя. Вы уверены? Да. Можно я попробую? Хотя не, я завтра тоже часы хочу. Арина, у тебя телефон все равно в багажнике. Подожди, не открывай без Арины. Открыл. На свои часы. Да, свой чехол. Я когда маленькая была, тоже эти штучки любила лопать. Я просто это хочу. А, ладно. Только часы тоже мои. Ну как? Нет, мои. Иначе бы ты не распаковывал. Ну я просто хотела эти штуки. Ничего себе. Понятно. А прикол не подходит? Подходит. Просто она берет и выхватывает все. Класс вообще. Да это мое. Он подошел не к моему телефону, а к Андрею. Ну, а так он прикольный. Да, чехол действительно очень классный. Жалко, что по размеру не подошел. Это потому, что он китайский. Нефиг было покупать, заказывать. Ну, а где мы его еще купим? Надо найти магазин чехов и пойти купить под твой телефон конкретно. Пошли, там не было. Все, пойдем домой. Конечно, еще не вечер, но пятница и неделя дистанционного обучения позади. Плохо ли, хорошо ли, но мы справились. Мы постарались максимально комфортно для всех членов семьи организовать данное дистанционное обучение, все уроки, домашние задания, дополнительные уроки. Обязательно включили в наше расписание прогулки на свежем воздухе, занятия спортом. Ну, в общем, как могли. Вы, наверное, видели наше предыдущее видео. Можно немножечко выдохнуть впереди выходные, и можно немножко всем расслабиться. Дети попросили сегодня в пятницу праздничный обед, но чтобы не я его готовила, а заказать пиццу. Поэтому сейчас ждем доставки пиццы, будем вкусно обедать. Так, пиццу детям привезли. Дети, привезли пиццу! Приятного аппетита! Пока-пока. Андрюш, твой любимый сок морковный. А мне ананасовый. И мне. Мне оба одновременно. Я вас поздравляю с окончанием первой рабочей недели во время локдауна. Мы справились, я считаю. Второй уже неделю. Нет, мы на локдауне только одну неделю сидим. Правда? Да. Ну что, давайте за наши успехи. Чин-чин! Кто сок из бокала пьет? Я. Очень вкусно. Вкусно из-за того, что из бокала? Нет, просто сок вкусный. А где и этот сок, и этот сок вместе? Да, ты смешиваешь? Мы ты же раньше... Мы так три смешиваем. Морковь, апельсин, яблоко? Угу. Ты еще ананас добавил? Так, у нас впереди еще нужно сделать домашку, погулять. Еще урок у Андрея по гитаре онлайн, а у Арины с учителем из школы, да? Ага. Подведение итогов рабочей недели. У нас сегодня праздничный обед. Тетя, почему нельзя мою курочку, которую я приготовила, съесть? Потому что сегодня праздник. А то есть у меня курочка обыденная, будничная, а это праздник, пицца. Основная. Вообще-то нам еще должны это кое-что привезти. Да, знаю. Да. Знаете что? Да. Да, а почему? Слушайте, вообще Папа Джонс это супер оказалась пицца.
Мне сказали, что привезут через 45 минут, а привезли через 15. Это просто потрясающе. Через 15 минут. Что-то они перепутали. Привезли Ocean Basket. Привезли Ocean Basket. Так, это, видимо, вам халуми. Как мне нравятся их коробочки. Открываем. Это обои. Вот это вкуснота. Это миди в чесночном соусе и креветки. У меня тоже сегодня праздник. Халуми на гриле. Это сыр, кипрский сыр халуми. На гриле его делают, дети очень любят. Так, а я люблю вот это. Доставка не подвела. Будет рейтинг 5. Поставим и на Папа Джонсе, и на Ocean Basket, потому что все намного быстрее и очень вкусно и горячее. Пробуем. Это очень вкусно. Очень. А внизу еще овощи. Сейчас я вам покажу. Там еще овощи гриль. Перчики на гриле, помидорки черри, баклажаны, кабачки. Это супер. Пробуем овощи. Это очень вкусно. Υπάρχει πολύ συνοστισμός εδώ μέσα.